Доброго времени суток, уважаемые друзья! Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня на YouTube-канале Top Team стартует первый в своем роде футбольный челлендж Top Battle. Я Макс Адырбеков, и сегодня мы вместе с вами будем свидетелями футбольных навыков, эмоций и дружбы. Немного о правилах. Два игрока команды Top Team, один представитель медиа, другой профессионал, будут сражаться против Top Stars, одного медиа и одного профессионала. Три задания – футбольный, трэш и интеллектуальный. Посмотрим, кто же из них лучше. Ну и открывает первый выпуск проекта Top Battle в составе Top Stars. Игрок национальной сборной, один из самых быстрых игроков, наша гордость, Александр Мищенко. Жанында Қырғыз эстрадасының хитмейкері, best of the best of singer, United States of America, Эрлан Анбашев! Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум! И наши партнеры All Stars предоставили нам формы для наших гостей. Сегодня будут играть в форме Ливерпуля. Мерсисайд. Хелинского наш. Это вам, это вам. Ну и против команды Top Stars, с команды Top Team выступают нападающие Top Team. Семерка. Команды ведущий, актер Анабек Душсантуш Рыспаев. Жан Албетте, Анын жанында. Запаста отырған ойыншылардың бар талғайт анткенін бұл, еш қатшан запаста отырған мез. Ардайым жашыл талада. Круз атты жигит қолчалар басын! Респаев, Круз, что за мощный состав здесь? Как здрасте? Не, аккуратнее, ну, полуем тебе. Эй, Эрлан Андрасов, давай лягла. Он бы здесь лярды ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Кунташ мүмкін. Ну чё, вы готовы? Всё. Чё, Буриса, бисмилла деп тұрып, башла отат. Первый удар, Александр Мищик, let's go. Поехали. Кет. Ой-ой-ой. Нуртуа, топ. Нуртуа. Наш вратарь. Хороший был удар. Потом пойдешь на офис, контракт подписываешь. Кевин, окей, ваша очередь. Пару слов перед ударом. Ну не знаю, блин, после него. Давай. Ой! Хороший был удар. Отлично, два удара. Следующая команда. Я заряжен. Давай, заряженный. Круг, посмотрим. Давай, сделай красиво. Заряженный груз. Значит, попал. Ну а там что, Крутуа хорош? Круз как не забил, елки-палки. Рыспаев, я думал, он забьет, я расслаблюсь. Азма найдет, Анкен, вместе алкоголь, да, алтын топтыч. Давай, Ганбек. А то Крыштик больше всех голов забил. Все окей. Все окей. Я почему-то думал, наверное, где-то 2-3 забьют тэп, чем лоншот все-таки. Канчасок корни, еще экейк. А, экейк. Все, ничего, Алекс. Забил. Есть первая! Есть первая, красавчик. Ну, был эме. Че, 1-0? Был Денгель. Мишенька. Конечно, уровень. Проф. 1-0 счет. Она. Ну, разбег какой, а? Ой, чуть-чуть. Ну, ну, что-то калды. Хорош, хорош. ВПК 1-0. Ай-яй-яй-яй-яй, прокомментируй, пожалуйста. Надежда на Ханубек прозначит. Давай, тащи там, эй! Давай! Высад тебя! А с Ханубек успеет, грызь бегался, и тыли волос, пузи. Эй, раунд есть еще? Гимми вот вухат, брось, Эрлан, надо шефы, да? Эрлан, тащи там.
Хорош! Хорош ты! Вратарь! Ну, байкерс, нет! Отель имя, вот денежку не так, сегодня что, Круз атакует? Да, я сегодня атакую. А, Алекс защищает? А этот... Атакует, братан? Ну? Защищает Ханубек. Да, я обычно не защищаю, нападает, но сегодня... Обиться. И Бенж Месси, Анкара 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 Месси, Эй, это было мощно! Я честно не ожидал, брат. Я короче, вон. Эй, сэндеген. Я же нападающий. Хорош. А еще 2-0. Дальше. Хорош, братан. Ну что, идем дальше. Круз атакует, а Алекс защищает. Ну все по фэншу его, прям как и должно быть. Ой! Ой! Красава! Алик, хорош, не дал, не дал. Молодец. Я просто отлично. Дух мой нал ходит. Третья часть из футбольного раздела. Получается, каждая команда, каждый участник команды должен вытянуть себе карточку, и там будут задания, они должны это... исполнить. Так, гель не масштали? Гель, уларда масштали. О, гель, брюн тартовас. Ой, а ТВ попался. Ой, кто там попался? Ой. Так, нет, гузюк. Ааа, так, вахрум баштасак, хэрлам бакега, АТВ, это вокруг света, надо будет, или труп вокруг света один. О, ну, Майлазёк, тогда будем что-то делать. Как, вот так, что ли? Да, 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 да. Что, вокруг света, ну, сейчас привели на Америку, чем морковь, блядь-то, эй. О, да, эй, дальше. Так, кроссбар челлендж, кроссбар азр. Да, перекладь. Кросс чухайся, барговорасам, бухайди до сих. Кроссбар таким образом. Так, это сюрприз, с завязанными глазами будешь пить пинать. И у тебя? Воды. Не-не-не, подожди. Сухой лист. Все, можно быть. Все, выяснили, да? Все, let's go. Поехали. Сухой лист, ты с угла должен закрутить ворот. Просто так, сухой лист. Ханбек Успаев бурчутан теп дарбазага гол киргизиш керек. Даярдан баккан кезде. Аз көрөбүз. Get the game, Ханбек Music. Опа! Жоқ, 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 тап тақырлы. Қалаға кетті. Немне дейсем? Азырынша есеп 0-0. Легко сказать, да, это сухой лист, как вы еще описали вообще. В чем тут лист? Рассчитай, правой ногой, ты понял, да, там вратарь, вот же, нет. Да, пацаны, серьезно готовятся, все такие, да, важные. Да, бригада маршает. Все, ну что, да, все. Все, давай, маршай. Поехали. Давай. Эти, кто ног были? Раз, давай, арка, да. Давай. Правый, правый. Ой! Ну попал, попал. Хорош, хорош, круто. Вообще глаза наезжали. Вообще не видно было. Как можно было забить? Можно, можно было забить. Если плотно попал, он мог забить. Ну, мы переходим к следующему заданию. У нас интересное задание. Трэш. Не дейси.
голлар кимиш керек сөз түрдө анткени бирок топ турда ыңгайсыз да оо кантып мындай да нерсе бар бул деген уже кетип кетип мынан күрсетип уртуба давай примерно попробуй Сильнее надо, да? Все, let's go. Ну что, вы готовы, ребят? Мы готовы. Ну что, вы решили? Мы решили. Ну что, давай. Решили. Короче, у нас... Вы 2-0 пролетаете, пацаны. 2-0 пока. Не, ничего страшного. Мы очень много матчей вытаскивали камбэком, поэтому сейчас чувствуем себя довольно комфортно. Тем более у нас в команде Круз. Сейчас Круз начнет, потом я, потом Круз. Все, правый будешь? Не, левый. Все? Можно? Стой. Андай топ кем? Андай топ топ. Эй, жармай жок, жармай жок, да? Следующий дамелер бар. Давай. О! Давай, Кана. Ичине Арсен кирип алды просто. Биздин Арсен деген коргоочубуз бар, ал дагы ушундай соккусу катуу, бирок асманга тийет да. Не? Можно? Теннисный бил? О, это было. Есть один гол. Не надо шутить. Не надо шутить. Давай, Круз. Мен норм теннисе дохожу. Он выдержит 90 кг. Поэтому с ним, дай. Можно? Не, давай. Я ему муну. Ой, гол, ничего себе! Хорош, забил! Сравнивают, сравнивают что? Бейки касание его вонжок, ну? Специально пропустил это. Мяч, на, ну что, у Рыспаева такие удобные мячи, кажется, да? Ну, теннисные я бы не сказал. Можно? Да. Ну, железо, железо. Железо, да, три. Эсеп уже 3, 2 оп калды. Отлично, отлично. Итак, следующая, последняя. Все. Своей схемы. Просто выбери угол и отправляй, да? Да, все равно ты дергаешь хвост. Ну-ка. Анча сильно не скручивай, знаю. Нелли, да, налегке, да, да. Все, можно? Да, можно, да? Я низом отправил. Четыре. Четыре забили. Четыре, смотрите, пацаны. Серьезно заявочка? Можешь сейчас. Да. Жок деген да ушундай. Футбольный эмес топ торду киргизип туралчы. Беркилерден утулуп отсак да. Давай, Нуртуа! Да, мы. Ну что там? Ой, спокойно пока. Профессионально. Вот болельщики даже. Не дайся. Бизнес сарвала мастер да. Сарлар негизле мастер. Сарлар негизле мастер. У футбол боюнча мен тиги эме көп балалуу боюнча. Все, Алекс. Еще. Да. А, экинчи удар болду. Да. Ой! Чуть-чуть нормально мог попасть, но не попал. Если один не забьют хоть, мы все, уже выиграли этот раунд. 4-3 счет. Ну что, бармена Мищенко тырю? Джо, он, братан, себе оставил, он, а, или Слер Тойснер. Все, вау. Вау. Перекладина. А это что за удар? Вратарь аж побудет. Я не ожидал, что таким мячом. Поздравляю. А что там, вратарь есть? 4-4. Да, 4-4. Это как пинает. Да. Ну как, футбольный или, да? Не глядись на сейчас они, если забьют, будет 4-4. И последнее. В общем, 5-4. Что, готовы, да? Да, мы готовы. Сейчас, вот отсюда, наверное, да? Да. Let's go. Хорош, 5-4 счет.
Дорогие друзья, мы рады сообщить, что у нашей медиакоманды Top Team есть титульный спонсор 1xBet. Будьте с нами. Итак, друзья, счет 6-5. Команда Top Stars впереди. Top Team пока позади, но есть последнее задание, третье. Это интеллектуальное задание. Узнаем, насколько же наши игроки, участники знают футбольных звезд. Бумеду, хом был год. Уже надо не меда. Хум сад то кот. Точно часы ушел. Ух, что ты? Командлар бирбирне. Команда не кулдры бирбирне. Ва, тапшу мард бирет. А нам ой чувак, тапшу кере. Опа, ой. Дед. Давай. Так, Манчестер Сити играет. Черненький такой, быстрый. Стерлинг. Ух ты. О, хорош. Бавария играет, сейчас Барселона играет. Напад. Левоносный. Ух ты. Ух, ух, ух. Поиграем. Думай, 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 он же Наполь. Чемпион Италии. В Наполь играет. Я подсказываю. Меркенс, что ли? Нет. Ну как тут Меркенс? Какой же темный? Тоже черный? Да. Блин, следующий, что ли? Нет. Давай, следующий. В Реале играет молодой. В Дортмунде играл. Молодой такой. Денисус? Нет, опорник. Опорник молодой. В Боруссии Дортмунде играл. Англичан. Англичан. А, Рудриге. Не. Давай, да ладно, его не узнал. Давай, гуд. В Ливерпуле играет, центральный защитник, Кланец. Кланец, центральный защитник, не. Капитан Голландии. Вот, последний. Капитан Голландии. Не спеша, можешь объяснить. Капитан Голландии в Ливерпуле играет тоже. В Ливерпуле по четвертому номеру играет. Бой узун. Месси ему налтун, то он алуаган еще. Время. Защитник. Центральный. Беллингем, сколько? Ну все, Джиктер, если вы готовы, раз, два, поехали. А, это самый пафосный футболист, который Мурдузун. Швед, швед. Самый, как отчество у него. Ну вот этот, который... Фильм даже есть. Сейчас. Нет, я вот так. Эй, ух ты, где тут? А, ну это, который так бегает, чуть ли золотой мяч не взял, вместе с ним боролся до конца. Вот этот, большой, Сити, нападающий. Эй, чайник трогай. Зато футбол даже выглядит. Дальше. Хороший! Это правый защитник ПСЖ. Мараканец, быстрый такой. Марот, Бапа Эльдосо, мараканец. Нормально, да? Ну, это чуть ли не лучший сейчас, молодой такой. ПСЖ, француз, чемпион. Нападающий. Нападающий? Финал, да, Ючко. Месси, Неймар и... Финал, да, Ючко, грызгай, не? Ну и все, друзья, на этом завершается первый выпуск проекта Top Battle. Спасибо большое нашим гостям. Top Star сегодня побеждает. Общий счет 9-5. Последний раунд, конечно, это поздравляем. Конечно, гости. Скажи, Top Star, Азамат Сар. Чындыгында Эрлан Андашевтан мунчалык деңгээлдеги билимди күткөн эмесмин, Азамат. Жакшы көрөт экен, жакшы ойнойт экен. А туугандар, Кудайым буйруса, ушинтип жума сайын чыгып турабыз, ошондуктан биз менен болгула, катталгыла, жазгыла, комментарий, все. Будьте с нами, самое интересное только впереди. Поздравляем! Все, успеваем, нормально. Да. Кечтиге? Туугандар, катталгыла. Берегите себя и любите футбол, несмотря на Топ-тим!